Пошла третья неделя самоизоляции в России. В условиях постоянного домашнего режима приходится искать интересные занятия. И россияне их находят. Наш корреспондент Луиза Егизарян совершила настоящее путешествие по соцсетям. Новый жанр заполонил новостные ленты. Видео на самоизоляции. Кто на что горазд? Узнаем из сюжета. Мойте руки, россияне, и сидите дома. Разошлите эту песню всем своим знакомым. Кто-то поет, кто-то танцует, а кто-то пользуется случаем и высыпается. Самоизоляция у каждого своя. Но рано или поздно лежать на диване и переключать телеканалы надоедает всем. Судя по соцсетям, большинство тех, кто остался дома, усердно занялись спортом. Только традиционный инвентарь пришлось заменить подручными средствами. Тяжелее дела обстоят у бегунов. Квартира для такого спорта – место слишком маленькое. В таком случае лестничная площадка вам в помощь. Все, что рядышком со мною, это все мое, родное. Самоизоляция – самое время заняться творчеством. Рисование и рукоделие – пройденный этап. Девушке пришла пора наконец-то научиться делать макияж. Утром перед работой, ведь времени на это нет. Домашний режим – испытаний не только для людей. Похоже, братья наши меньшие тоже совсем заскучали. Оставаться в отличной физической форме даже в режиме самоизоляции, раскрывать себе новые таланты. Все это возможно, если смотреть телеканал ЛРТ. Для наших зрителей мы запустили два новых проекта – «Домашний тренер» и «Активное долголетие для тех, кто дома». Следующее упражнение – то же самое, между тапочек вперед-назад. Также та же ходьба, то есть ее можно делать на квадратном метре, получить достаточно неплохую нагрузку. Теперь за творческими мастер-классами, познавательными лекциями, спортивными уроками и интересными собеседниками не надо никуда идти. Достаточно включить телевизор. Гладь моря – это большое зеркало, которое отражает небо. И как любая отражающая поверхность, она будет выглядеть немного темнее, чем само небо. Оставаться дома придется еще 3 недели, но самые находчивые доказывают, даже в 4 стенах не скучно. Главное – найти себе занятие по душе. Чтобы вся страна Россия быстрее исцелилась. Берегите себя и оставайтесь дома. Луиза Егизарян, телеканал ЛРТ.